Добрый день, дорогие друзья. Сегодня буквально пару слов про странный продукт под названием клэп-камера. Это, как вы можете понять, камера. Вот ее упаковка. Так вот она выглядит. Уходи, мирайлист. Блистер можно достать, посмотреть. В общем, максимальное разрешение у кадра этой вот замечательной малышки 1280 на 1024 точки. Видео это 720 на 480. 30 кадров в секунду. Здесь, соответственно, паз для крепления ремешка. Здесь кнопка съемки. Рычажок включения есть. Вот, соответственно, объектив. Будильник. Выключайся. Ну, объектив выступает. Понятно, что это больше такое, скажем, декоративная деталь. Здесь вот на передней части есть световой индикатор. То есть, когда вы включаете камеру вот этим рычажком, он загорается. Нажимаете кнопку. Началась, ну, в общем, камера активна, готова снимать. Сняли фото. Сняли фото. Вот так вот, если нажать подержать, начинается съемка видео. Фотографии снимают при солнечном свете, если нормальное освещение, неплохие довольно-таки, можно будет в обзоре посмотреть. Видео снимает хорошо, опять же, если все в порядке с освещением. Соответственно, вот здесь вот снимается этот колпачок, и можно подключать камеру к USB. Здесь есть слот для карты памяти microSD, поддерживаются до 16 гигабайт, вот с 8-гигабайтной карточкой проблем не было. Большой плюс, да, еще вот на задней части устройства есть магнитики, вот здесь вот в спинке, чтобы прикрепить, например, какой-нибудь металлической штуке. Ну, к холодильнику можно легко это, например, прикрепить и все. Что мне нравится? Ну, этот продукт я уже заприметил давно, заприметили его и редакторы многих-многих там новостных ресурсов западных и наших в том числе. Попала она в блог Esquire.ru, блог о вещах так называемый, куда попадают разные интересные приблуды. Есть много разных цветов, там, по-моему, 6 или 7. Игрушка нашего века. Безделка по большому счету, но, знаете, для многих людей всегда, может быть, там, не знаю, нужно таскать с собой. А музыку-то я забыл выключить, ну ладно, пускай она играет. Приятно таскать с собой вещь, которая на камеру совсем не похожа. Ее можно прикрепить, например, к ключам и таскать как флешку, типа того. Если у вас отнимут где-то камеру или телефон с камерой на входе, то эта штука вполне может прокатить. Ну, флешка, да, вот так вот она выглядит. Между тем, эта флешка, вот повторюсь, может, если фотографии не очень хорошие снять, но может снять вполне себе неплохое видео со звуком. Ну, и как подарок, вещичка вполне себе приятная. В черном цвете выглядит, может, не очень выгодно, красивее в белом или там в каком-то еще, в оранжевом. Такой вот продукт реально расслабился душой, пока писал обзор. Мне понравилось, вот я не знаю, стану ли я пользователем этой штуки повседневно, учитывая, что в основном Instagram снимаю с айфона, вот, но и не рассказать о такой вот малышке я просто не мог.